Каспийске у памятника скорбящей матери состоялась встреча участников автопробега «Знамя Победы». Встретили гостей под песню военных лет. Отметим, что приняли участие в пробеге представители Координационного совета ветеранских организаций и участники афганских событий. Завершаем один из автопробегов, который был организован нашими вольными афганцами. Людьми, которые не понаслышке знают, что такое война, что такое долг перед Родиной, что такое защищать людей. И, конечно, вот этот автопробег, организованный афганскими общественными организациями, очень важен в том числе и для нашего подрастающего поколения. Когда именно те люди, которые с оружием в руках защищали наши рубежи на дальних поступах. Данный автопробег символизирует наше стремление к увековечению исторической памяти того, что произошло 79 лет назад. Напомню, что участники акции проехали по горному, северному и южному Дагестану, и конечной точкой стал Каспийск. Хочу вас поприветствовать в городе Каспийске. Очень приятно и отрадно, что автопробег финиширует в городе Каспийске. Это очень большая для нас честь и ответственность. Хочу выразить благодарность обществу ветеранам за организацию этого автопробега. Огромная благодарность матерям, женам, сестрам наших героев. В мероприятии приняли участие волонтеры города, представители администрации и других ведомств, а также представитель Союза женщин Республики Дагестан Интизар Мамутаева. Завершилось мероприятие возложением цветов и раскрытием Знамя Победы.